Привет, с вами компания Good House, меня зовут Эдуард. Сегодня на обзоре у нас опять баня квадро 6-метровая. Вы уж извините, но это самый реально популярный вариант, поэтому их у нас очень много. И я думаю, что вам интересно посмотреть любые модификации, планировки, поэтому сегодня снова смотрим квадро 6-метровая. Как всегда, вначале хочу отметить, что брус у нас 42 на 90. И почему мы всегда акцентируем внимание на этом? Потому что все производители делают разные размеры. Кто-то выше, кто-то толще. Годы, вот реально годы проверок различных и сотни, мне кажется, тысячи экспериментов привели нас к тому, что вот это на самом деле оптимальный вариант, который должен быть в бане, который с годами будет себя вести так, чтобы вам нравилось, чтобы у вас не возникали вопросы по бане. Делается технология лунный паз, то есть каждый брус вставляется в друг друга, приводит к тому, что когда дерево будет у вас ссыхаться, рассыхаться, щели внутри бани у вас не будут появляться, и вы можете баню использовать круглогодично. Что летом и, что немаловажно, зимой вы точно так же можете париться в этой бане, наслаждаться. И, ну, зачастую возникает вопрос, замерзнем ли мы в бане. Нет, вы не замерзнете в данной бане. Сразу, раз в торце находимся, обращайте внимание, что у нас есть специальный герметик, теплый шок. Можете посмотреть, аккуратно у нас мастера его наносят. Делается для того, что дождь все равно будет в баню попадать. Понятно, что вы постоянно не будете ухаживать за ней, и солнце не всегда будет просушивать. Поэтому, чтобы дерево не гнило, вода, когда будет здесь стоять, мы специально так защищаем. Здесь еще вент-клапан сделан для циркуляции воздуха. Под ним специально будет сделана москитная сетка, чтобы никакая живность не попала в баню. Пойдемте ближе посмотрим. Масло, как всегда, не устаю повторять, это Миопа, это немцы, которые ведут себя, ну, я не знаю, им аналогов на сегодняшний день нету, либо есть, но ценовые категории абсолютно другие. Биофа — это то, что должно быть в вашей бане, то, что защитит ее и с годами не подведет. Масло льняное, мы сейчас еще посмотрим внутри, им обрабатываем, им можно спокойно дышать. Это Дёке, тоже немцы, кстати. Как заявляют производитель, до 50 лет гарантию дают они. Чем нам нравится? То есть она реально с годами не шелушится, не будет у вас каких-то проплешин здесь. Она не рвется. Ну, если приложить усилия, конечно, можно все что угодно порвать, но вот ветра, которые дуют, да, по осени зачастую, они ни по чем данные черепицы. И не выгорает она. То есть зачастую южное направление у нас сталкивается с проблемой. Слышали, что у других бань возникало такое, что может выгореть она. Данная черепица держится. Обручи нержавеющие, миллиметровые, толстые. Разорвать никак их не получится, поэтому мы стяжку делаем только на них. Под ними, причем еще везде идут оцинкованные саморезы. У нас есть отдельное видео в группе, пожалуйста, изучите этот момент, потому что это очень важно для бани. Пойдемте далее. Двери из массива, двери крутые, двери делаем даже на заказ, потому что, ну, мы реально стараемся, мы в это вкладываемся. Двери полноценные, они не пустотелые, у вас их не выпьет с годами. У вас не будет такое, что через 2, там, через 3 года вы нам позвоните и скажете: «Эдуард, у нас какая-то проблема с дверями, выручать». Двери крутые, двери будут вам служить. Ну, защелки, мы всегда про них рассказываем тоже. Дверь крепко держится, не приходится прилагать усилия. И дверь на трех петлях, как всегда. Вот с дверями реально проблем не будет у вас. Комната отдыха большая, визуально 2,20, может даже чуть-чуть побольше. Компания здесь может огромно влезть. Смотрите, сделали мы стол. Стол по заказу 1,40 м. Вот я с моими габаритами вот спокойно влезаю. Тут еще человека при желании троих посадили сюда, троих на противоположную сторону. Просто время здесь проводить, отдыхать и большой компании, пожалуйста, находиться. Сразу же окошко сделано, то есть если очень жарко в летний период, открыли, просто запустили. Сижу на рундуке, рундук сделали, что с этой, что с другой стороны. Чем удобно, то есть все равно габариты бань не такие огромные, а захламлять бы их не хотелось. Открыли, все положили туда. Тазики, бедра, какую-то еще утварь для бани, все что угодно убрали, банька чистая, красивая. С другой стороны тоже, ну, поменьше, соответственно. Причем прошу обратить внимание, вот то, что я говорил, пропитка у нас в бане делается. Вы, скорее всего, нигде не найдете, чтобы другие компании делали вам это бесплатно. Мы заботимся о бане, мы хотим, чтобы вы получали от них наслаждение. На входе сделан двойной выключатель, двойная розетка. На наш взгляд, это такое удобное расположение. Если необходимо, можем поменять. То есть мы эти моменты согласовываем.
сделана помоечная. Помоечная небольшая, 1,20 м, но на мой взгляд это прям реально оптимальное место, потому что помоечная вы меньшую часть времени находитесь и не так много людей должно здесь находиться. Поэтому, на мой взгляд, это оптимальный вариант. Причем сделано сливное отверстие с выводом гофры на улицу. В дальнейшем гофру можно будет нарастить и вывести куда угодно, в септик, в канализацию, в ливневку, куда угодно. Вывод крана сделан, чем удобен, то есть в дальнейшем горячую воду можно будет здесь спокойно набирать, открываете кран, поставили таз, все, не надо бегать постоянно в парную. И сама парная. Причем обратили внимание, опять, да, как дверь плотно открылась, то есть двери у нас реально хорошие, вот эти замки, они держат двери, они не будут у вас хлябать. Парной места предостаточно, опять же, человек 6 можно спокойно расположить, ну, в сидячем положении, то есть в лежачем, разумеется, меньше влезет, но места, вот, судя по моим габаритам, здесь предостаточно. Сделан двойной полок, то есть кто захотел пониже посидел, кто повыше. Сделана форточка 300 на 400 и сделан перенос печи. Печь здесь хорошая, Везувий Оптимум, тоже у нас в группе есть обзоры на нее. Я практически всегда рекомендую ставить печи подобного типа, либо такой, либо что-то еще более качественное. Потому что печь толстая, мощная. Сколько не общался с клиентами, они прям реально ведут себя суперски. Они и нагреваются очень быстро, и жар держат очень долго, реально долго. И они с годами не прогорают. Сталь толстая, можете обратить внимание вот поближе. То есть вот за свои деньги я считаю, что эта печь справляется на ура со всеми своими задачами. Ну, соответственно, в дальнейшем бак будет установлен, бак вот он в комплекте. Кран будет выведен, как я вам сказал. Сделан сэндвич будет, дымоход. И сделано обшитие. Здесь базальтовая вата, лист железа, мастер флеш. Все делается очень герметично и с целью того, что все равно температура будет гулять у вас по бане, чтобы ничто не прогорело, ничто не испортилось годами. Вот такой вариант бани. Спасибо. Если вы ищете баню для себя, для компании, для своей семьи, для приятного времяпрепровождения, либо для здоровья, это как раз один из тех вариантов, который вам необходим. А в дальнейшем мы согласуем с вами все наполнение, цвета, расположение, все что угодно в разумных пределах. Пишите, звоните, будем рады обсудить ваши варианты. И я думаю, что придем в результате к отличному решению. Спасибо.